Всем привет, ребят! Ну что, у нас сегодня опять полный трэш на этом аккаунте. Аккаунт Андрюхи с АЭС-сервера. С топовой гильдии кидайте, кто играет на АЭС. Донаты, заявочки. Гильдия реально в топе. Первые места битва гильдии атака фортов. И у нас сегодня с вами очередной трэшечок на этом аккаунте. Почему? Кто не смотрел, посмотрите обязательно. В конце видоса сделаю 31 донатная карта. Думаю, многие видели. Это просто жесть. Аккаунт 5 месяцев, грубо говоря, игры уже в топе, дофига плюх. Самое интересное, на аккаунте у нас не хватает питомцев, обычных просто питомцев ему не хватает. Вот смотрите, 27, 22, 20, 19, 18, 15, короче, полный трэш на этом аккаунте происходит. И у нас сегодня очередной топ видосик будем с вами, ребятушки. Ну, давайте в шарики забежим, пожелаем. В принципе, без разницы, какие то постройки, что это. Ладно, сам выберет. Нет, давайте заберем пятые сундуки. Открылся сегодня у нас на АЭС сервере очередной парящий остров. Я у себя уже паролил и стал записывать, потому что мы будем записывать отсюда. 9900, ребят, 9900 магической пыльцы. И мы это все сливаем не ради нового героя. Я показывал роллинг, 500к, около 500к ушло на этого героя. Он уже здесь есть. Мастер рун на аккаунте заролен. Сейчас даже посмотрим, что по осколкам. У него было около 15 копыли. Он 5к забрал, в итоге собрал. А ну, сейчас гляну, что у него. Да, вот еще осталось 6 гаргулов и вот 3 мастера рун. Что-то оно... АЭС, не тупи. 6 мастеров рун, это реально. Тут я говорю 6. Каких 6 нафиг мастеров рун? 6. Фу ты, блин, что 6? Ну, сейчас будет их 6. 3 мастера рун, потому что на гаргуле подвисло. У него уже есть это, за 5к он собрал. Я не знаю, сейчас посмотрим, какие тут шансы. Ну, в общем, поехали. У нас сегодня открытие. Я думаю, сделаю 2 видоса. Поехали, посмотрим, что у него там есть по осколкам. По героям мастер рун, понятно. Лисица 183, мастер рун 54. Ну, считаем, что целый лис, по сути. И мастер рун четверть собрана. Что там еще в парящем острове? Такого интересного есть. Так, ну, мешки, это все мы не будем смотреть. 4600. 430 валяется, печеньки у него тоже остались. Самое интересное будет, это камни судьбы. Шестые, он отсюда их уже за 5к вытащил, 18. Где-то плюс-минус так оно и есть. 18 штук, коробки он уже пооткрывал. Этих 935. Ну, это так для себя, чтобы запомнить. Коробки 0, этих 0. Мы охотимся за камнями судьбы 6 левела. Так, лисица, понятно, божество 185. Ну, в общем, считаем, что божество это есть. В общем, поехали. Бесплаточку заберем. Гигант с холма. Здесь сегодня также, ребят, очень обалденный коллекционер. Я уже показывал за хладного и за оккультиста. Просто бомба плюхи. Ну, это нечто, как по мне. Так, ну окей. Че, поехали, будем пробовать. Конечно, качество желает лучшего на айфоне, но ничего не сделаешь. Такс. 9900 пыли. Находится он, кто рассказал
Гильдия Асгард, английский не андроид, а сервер. Что-то заговариваюсь. Не проснулся, переспал сегодня. Кидайте Сереге заявочки в телегу, кто играет 700к плюс, активные игроки. Так, окей. Поехали на островок. Начнем. Я думаю, в два захода. Сейчас посмотрим, сколько по времени, потому что это реально. Это уснуть может быть. Можно будет 9000 пыльцы. 10 тысяч. 10 тысяч пыльцы, ребят, на выбивание. Поехали. Посмотрим, что у нас в итоге получится. И сколько чего мы сможем собрать. Смотрите, лисица 8-8-8. Нифига себе. Посмотрите, что делается. Блин, а здесь намного круче падают осколки, нежели у нас. Реально. Пятые сундучки. Мастер рун. Вот тоже падает. Я не посмотрел у себя, сколько я собрал их. Все, забитый. Вот видите, 300 пыльцы, и у нас уже ящик просто забит. Один камешек есть. Сколько у нас там попыток? 1928, почти 2000 попыток. Это просто пипец. Ух ты, мастер, он довольно-таки неплохо здесь падает. Еще один камешек. Все, у нас уже 5. То есть каждых 300 пыльцы, по сути, мы забиваем полностью алтарь. Ну, склад. Опять один. Три сумки вальки. Интересно же, сколько все-таки осколков упадет. Почти, реально, почти 10 тысяч. Так, в этот раз камешка у нас нету. Ну, по расходникам, как видите, сумочки Валентины падают довольно-таки неплохо. Десятая. Прайм сумочка. Неплохо. Так, где мой зончик? Где мой музончик? И лис, кстати, начал падать довольно-таки неплохо. Но ему не хватает обычных питомцев. Смотрите, лисица падает вообще бомбически. Кто подождал, придержал, сейчас божество и лисицу можно словить вообще налегке. Ну и красные апекс камни тоже падают. Мне интересно, какой будет островок сегодня на немецком сервере. Там его должны обновить. Через полчасика. Ну, божество, я вам скажу, сейчас падает. Мы доставали по одному осколку. Я у себя по одному осколку даже божество доставал. То есть пыль реально есть смысл придержать до обновы следующей у кого там. Вытащить какие-то камешки. Но смотрю, по шестым камням все очень печальненько идет пока. Один камешек за 300 пыльцы в среднем. То есть где-то 330 камней мы должны вытащить. Вот если бы можно было так на бездонатах, да? Зашел на острове, так нажмакал хотя бы один заход. Зашел, типа с утра тебе повезло. И ты заходишь такой чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик. Сейчас посмотрим, дойдем до 5к. Посмотрим, что в итоге мы получим. Но с камнями, конечно, печально. Очень печально. Пятые камикроки, как видите, падают довольно-таки неплохо. А вот шестые не ахти. Но я думаю, за 5000 пыльцы мы должны собрать и божество, и, наверное, ни одну лисицу. То есть, как минимум, опять один камикрок. Да. 9000, блин, это просто пипец.
Расходников, конечно. Ну, ему хватит, у него расходников по расходникам для прокачки. Ну, то есть у меня тоже на основе уже практически, ну, у него, я думаю, на всех героев уже камней хватает. То есть единственное, что ему надо, только камешки для 15-х скиллов, для добивания. Ну, они, сейчас они там 100 баксов стоят, да, если так покупать. Это бессмысленно. Я не вижу смысла в этом, потому что, ну, это чисто будет вложение бабок никуда. 15-й скилл, по сути, ничего не дает. А вот подождать немножко, они будут там через месяц точно так же стоить, как вот эти вот камни. Можно будет докачать. Вопрос будет больше стоять в следующей обнове. Что будет в следующей обнове, потому что таким темпом, как они обновляют, и то, что они делают, это просто жесть. Блин, ну жестко идем. Падает, конечно, блин, дофига всего. Смотрите, 7 тысяч. Ну, в итоге, грубо говоря, мы потратили 3 тысячи пыльцы. Поехали хотя бы посмотрим, что мы словили интересного. 33 сумочки у нас уже есть. 65 эмблем. Ну, их некуда девать уже здесь. Потребляемое. 9 камней. То есть, как видите, в среднем плюс-минус мы идем по плану. 1004 таких уже камешка. Нам интересно, поехали посмотрим, что у нас по героям. Ну вот, пожалуйста, мастера руна практически за 3к собрали. Там было 50, у него 3. Ну, то есть плюс-минус мы дособирали. Божество даже больше собрали. Намного больше божество. И лисица, там было 180, полтора божества и полтора фактически, даже больше, ну, лисица даже практически 2. В общем, вот так вот, то есть по дропу реально сейчас очень круто падают осколки. Ну, это и понятно, они не будут давать. Ой, отлично, камешек упал сразу. Может, в этот раз мы зафармим 2. Интересно, сколько всего мастеров рун соберется за 15к пальцы? То есть какое максимальное количество будет? Так. Да, попыток, конечно, дофигища. Надо будет 15-е скиллы здесь потестировать, посмотреть, сравнить. Что они могут? Ну, я показывал, по сути, там только некоторые, там пару героев, кто интересно будет сделать, прокачать. То есть они дадут какую-то прибавку, и то на тех островах, там, где эти герои, хрен нормально прокачаешь, потому что не хватает. Опять камешек. И еще один камешек, ничего себе. Плюс 2 камня, неплохо. Ну, отсюда добывать камни, это, конечно, гон. Сколько надо нащелкаться. Ну, тут, конечно, расходников у него сейчас будет немеренное количество. Вот сейчас опять без камешка остались. Две тысячи раз надо щелкнуть на магию. Да, без донатом это, конечно, только мечта. Такое количество плюх, да, и для многих донатов на некоторых серваках тоже. Например, на немке там очень печально дают пыльцу. То есть там пыли практически как таковые не продают. То есть там проблемно с этим ресурсом. Но зато там есть другие плюхи. Такс. Блин, интересно, сколько всего потом выпадет с этих мешков вальки еще. Божество сыпет вообще.
Да, и лисица, в принципе, неплохо. Но божество, смотрю, просто тупо валом. Что не сделаешь ради расходников? Так, есть. Оставили 5000. Поехали. Предварительно хотя бы глянем, что мы сделали. И уже сделаю второй видос, потому что замахался щелкать, честно говоря. И да, и вы не будете полчаса смотреть. Интересно будет посмотреть еще. Потом итог. Это он сегодня забрался. Смотрите, здесь тоже накопление. Такое же, как у нас, в принципе, на этом. Да, такое же пакет накопления. Поехали посмотрим, что у нас по осколкам получилось за 5к. Мастер рун 1,5, то есть 1,5. Божество 2,5 и лист тоже 2,5 ровно. То есть за плюс-минус 5000 пыльцы. И это, конечно, жестко. По дропу, я вам скажу, это реально дофига. Так, что там у нас еще интересного? 69 коробок. Неплохо. Это неплохо. Ну, пятые эти я не смотрел, сундуки, сколько там их выпало. Они по одному. С таких расходников, что там у нас еще такое интересное? В парящем острове было. Камешки, 12 штук. 12 штук маловато. Маловато будет. Он вытащил 18 за первый у себя заход. Ну, этих камней прибавилось там. Порядка нормально, там было 900 или 890, но сейчас уже за 1000. Снеки, 11 тысяч снеков, было около 5, по-моему, тоже 6 тысяч снеков. Но этих 570, тут уже максимальная прокачка, стоит рунки 79, этих 11 тысяч. Я чувствую, что мы пока микроком уйдем перелимит, по этим по камням апогеи 2000, ну вроде все. Можно даже, в принципе, отсюда смотреть, не заходить туда. Все, ждите второй видос, и будем с вами открывать плюшки. Посмотрим, сколько чего нам упадет. Ставьте лайки. Всем удачи, всем пока.